вне сомнений, государству, тем более такой империи, как Россия, нужна национальная идея и миссия, которую она несет всему остальному миру. И этой идеей сегодня может стать пропаганда и отстаивание традиционных ценностей. Ценностей семьи, ценностей воспитания личности, ценностей духовного, потому что Россия, собственно, на этом и строилась, и жиждилась, на этой, если хотите, ну, православной основе. И вот эти ценности, они сейчас утрачиваются. Они уже были утрачены в Европе и в Америке, и Россия сейчас их тоже теряет. И я считаю, что к возвращению именно к устоям, традиционным ценностям, это то, что Россия могла бы показать всему миру и объединив вокруг себя все те государства, которые тоже хотят по этому пути пойти. Но мы окажемся, как нас пугают, со странами, опять же, изгоями. Потому что все прогрессивное человечество наше, так называемое, давно ушло по идеалам свободы. Для них это идеалы свободы, это однополые браки, гей-парады, легализация легких наркотиков, там и куча-куча, там ювенальная юстиция, куча всего в дополнение. Для меня это не свобода, а список уголовных статей просто. Поэтому я считаю, что национальная идея нам необходима, иначе мы как государство и как нация перестанем существовать. Нам нечего будет предложить.